Смотрите сегодня в программе «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. Протянулась деревушка вдоль дороги до опушки. История поселения и его жители. Агростартап. Первый этап. Государственная поддержка позволяет развивать фермерское хозяйство. На подворье много дел, говорит пенсионер. Любимое занятие главы большого семейства. Все рецепты хороши, коль готовишь от души. Настя Гольман делится кулинарными секретами. Другой такой деревушки в Щербакульском районе, пожалуй, не встретишь. Вытянулась она с редкими домами по обе стороны вдоль дороги. Чтобы попасть с одного конца единственной улицы под названием Победа, до другого тоже пешком преодолеть 2 километра. В распутицу такой путь не близкий. Да и сама деревушка весной и осенью отрезана от остального мира. Асфальт так и не дошел до нее. А вот водопровод дождались. Кто успел, в дом воду провел. Остальным сейчас это не по карману. 51 домовладение в поселении и 204 жителя. Один из них – Михаил Петрович Миллер, известный на всю округу краевед. Потомок старинного крестьянского рода. Это фотография семейного архива Михаила, датированная 1918 годом. На ней прадед Устин и дед Михаил Устинович Копенко. Унука, видно, в честь его назвали. Он родился на этой земле и живет сейчас в доме, который в 60-е годы построил его отец. Та часть деревни – это Соловьевка. А вот эта часть деревни, от магазина сюда, это Шаруновка. Хотя под общим названием деревня Красный Восток. Хотя нигде в архивных документах с таким названием деревни нет. Угу. Есть Славянские хутора. Тут нужно вспомнить знаменитого нашего государственного деятеля Петра Аркадьевича Столыпина, который, как говорится, вот в своей программе «Переселение в Сибирь и на Дальний Восток» он как раз и писал, что вот нужно, чтобы селились не только общинами, или как сейчас вот поселениями, а и хуторами, потому что хуторное поселение, оно охватывало большую территорию. На хуторе, как правило, жили большими семьями – дед, отец, сыновья. В то время только на мужчин нарезали земельные наделы. Второй такой передел угодий пришелся в России на годы перестройки. На этот раз учли и женскую половину. Вот благодаря такому обстоятельству в маленькой деревне появился фермер Сергей Гольман. Он все сделал правильно. Сначала заработал деньги на открытие своего дела, так называемый первоначальный капитал. Затем вернулся в родную деревню, чтобы навсегда поселиться здесь со своей семьей. 5 лет занимается он местным животноводством. Купил 19 бычков вот этой герефордской породы. Ну, понравилось, пошло по нарастающей. На следующий год купили 38, через год 57. Ну и, в общем, понравилось. Тут узнал о программе господдержки вот этой грандовской. Решил поучаствовать. Вот для этого нужно было стать фермером и сделать. Нет. Ну, на тот момент, да, а на момент, когда я подал и начал участвовать в конкурсе, это был уже агростартап. То есть ты можешь как простое физлицо, да, если ты выигрываешь агростартап, в течение месяца регистрируешься как КФХ, и все. Ну, написал бизнес-план, участие, прошел, все, регистрация, ИП, КФХ. Ожидал, что получишь грант?
Блин, ну, честно сказать, ну, в принципе, да, ожидал, потому что перед этим все равно ездил, да, на консультации, на проверки, как бы сказали, что бизнес-план грамотный, хорошо подготовленный, поэтому... Сам писал? Сам. Многие удивились, что сам писал. На грант Сергей шел не с пустыми руками. Было у него 57 бычков на откорме. Трактор «Беларусь» и косилка. Все. Да еще в перспективе, если станет фермером. Земельные паи всех многочисленных родственников с его стороны и супруги. А как работать с землей, какой техникой, этому еще нужно было учиться. Ни техники, ничего не было, но благодаря, вот у нас тут есть фермер, как бы такой большой глава крестьянско-фермерского хозяйства Кребер Александр Петрович. Большое спасибо ему, конечно, помог вот именно в первые вот эти вот годы, что вот засеялся своей техникой. У нас же ничего, ни сеялки, ни спецтехники, ничего. Ну и понимания в агрономии никакого. Ну, сейчас уже потихоньку, постоянно консультируешься с ним, все это как бы уже более-менее, так скажем. Приобрели пресс-подборщик, грабли, зерноуборочный комбайн. Это все на свои деньги. А весь грант должен пойти на покупку животных мясной породы. Это 3 миллиона рублей. По этому гранту, ну, маточного поголовья у меня должно быть 84, если я не ошибаюсь, головы маточного поголовья. Ну, соответственно, молодняка приплода. Также приплода 80, не меньше. Получится? Да, конечно, получится. В прошлом году я не телочек купил 38 голов. В этом году уже закупил не телей, как планировалось по гранту, 20 голов. Все они поставили на карантин. В середине сентября их привозим сюда. Накрою деревню Сергея производственная база. Загон для скота. Фермер называет его трехлистником. С трех сторон огорожен. Навес от непогоды. Герефорды – порода особенная. Ее вывели в Англии в начале 19 столетия путем длительной селекции. Причем создавали новый тип мясного скота, держа животных на пастбище, что сказалось на их отменном здоровье. Скот этой породы разошелся по всему миру. В нашу область герефорды были завезены зимой 1968 года из Канады. Был по этому поводу даже организован совхоз юбилейный в Саргатском районе. Коров этой породы не доят. На молоке, на подсосе выращивают телят. Сегодня во многих российских областях разводят мясной скот. Причем появились помеси, такие как казахская, белоголовая. Да, зиму вообще отлично переносит. Водичка теплая, да, у нас автопоилки стоят. Тоже как-то в хозяйстве, по-моему, в Шараповке подсмотрели это. Приезжали к ним в гости, посмотрели, стоят автопоилки с подогревом. Ни забот, ни проблем. Приобрели одну, понравилось. Ну, вторую сами уже сделали. То есть ничего тяжелого нету, сделали, все, без проблем. Тем более, что ты специалист. Ну да, да. В этой области, да, инженер-электрик по образованию. Эта профессия во все времена востребована. До того, как осел в деревне, со своей бригадой ездил по городам и селам. Вводил в строй новые предприятия. Отсюда, наверное, такая страсть к перемене мест. Правда, сейчас уже в ином качестве, за границу, гостем или туристом. Но об этом попозже. Последнее время выбирается только в соседней области, за скотом. СПК «Новороссийка». 3 года брал там. Как-то ездил на Алтай, тоже большую партию с Алтая, с Горного Алтая привозил. Тоже хороший скот. Ну, там совсем другой регион, природа. И корма, соответственно, другие. А уход хороший за животными везде должен быть. Независимо от природы, от погоды. В этом Сергей уже научился разбираться. За собственные промахи однажды поплатился. Ну, во-первых, все от хозяйства. Кто как содержит, кто старается вести какую-то селекцию в своем хозяйстве. И видно сразу по скоту. А кто, если никакой не селекции, смешивание крови, ну, это... Один раз мы так тоже попали. Накололи? Да, решили погнаться за дешевым и большим количеством, а в итоге получили, так скажем, погоду минус. Часть своего скота на откорме Сергей недавно продал. Готовится к зимнему периоду.
завозят корма, пока только сено. Заканчивают строительство еще одного трехлестника для тех телочек, что появятся здесь уже в середине сентября. В этом году планируют ввести в рацион сочный корм из разнотравья, суданки, вики и проса. Сенаж ты первый год будешь готовить? Сенаж будет опытный первый год, да. Хотели в прошлом году сеяли зерносмесь, горох, ячмень, овес, урожайность небольшая была, то есть зеленой массы не было, пустили его на зерно. Не пожалели, 17 центнеров с гектара, я считаю, для первого года это очень неплохо. В 4 километрах от Красного Стока находится село Таловское. Это центральная усадьба и одноименного СПК, и центр сельского поселения, где проживает больше 1000 жителей. И все блага цивилизации есть. Газ, вода, 2 школы, детский сад, ФАП, дом культуры, магазины и прочее. Село очень красивое, ухоженное. А главное, что не двор, утопает в зелени и в ярких красках цветов, что теперь уже недолго будет радовать глаз. На пороге осень. У супруги Сергея Насти это время ассоциируется со стойким запахом зрелых яблок, вторым спасом и бабушкиными пирогами. Любимой бабушки давно нет живых, а в ее доме все изменилось. Согласно времени, санузел, душевая кабина и вместо русской печи – микроволновка. Сергей считает это жилище временным, мечтает о большой семье, для которой эти хоромы будут маловаты. Построить дом здесь, в Красновостоке, фундамент есть, воду завели уже, единственное все, сейчас все в хозяйство. В развитие хозяйства. Надеюсь, потом хозяйство мне поможет построить дом и все остальное. Когда это случится, лучше не задумывать, чтобы не сглазить. Да и дочке Вареньке надо подрасти. Настя, супруга, только начала осваиваться в школе. Ее малышки в 3-й класс пойдут. Она, как и ее мама, теща Сергея, решила продолжить семейную династию педагогов. Ее второе образование – учитель младших классов. А вообще стены этой старой школы помнят всех – Шедовых, Гольманов и еще сотни семей, получивших здесь свои первые знания. Мой муж закончил эту школу, я затем мои дети. Да, сейчас вот внук уже учится здесь. Так что... Третье поколение. Да, родная школа. Вот я ее тоже закончила в 84-м году, а в 88-м году я пришла сюда работать. И вот работая с того времени никуда не уходила. Только единственное, что в декрет 2 раза сходила. А так постоянно в этой школе. И какой стаж у вас? У меня вчера, 15 августа, исполнилось 33 года, как 33. Я 33 года, как я работаю в этой школе. Понятно. Работа нравится, коллектив хороший. Ну, еще поработайте, на пенсию не торопитесь. Пока, думаю, еще поработаю. Елена Ивановна сейчас работает заместителем директора в воспитательной работе. Решение Насти ее поначалу не очень-то обрадовало. Переживала, справится ли дочка. Детвора сейчас совсем другая, очень отличается от тех, что были, 10 лет назад. Смышленые, озорные. Но у Насти все отлично получается. Заканчивает пединститут, навсегда связывает себя с профессией педагога. На этом поприще сейчас трудится 4 человека из этой большой семьи. А глава ее, как водится, старейший. Это Иван Иванович Шедов. Он уже 2 года, как вышел на пенсию. Долгое время работал в хозяйстве водителем. Елена Ивановна бережно хранит свидетельства его заслуг. 5 лет подряд супруг был в районных лидерах на вывозке зерна в жатву. Теперь основная его работа на подворье. Далее там еще добавляется и заготовка сена. Хозяйство Шедовы всегда держали немалое. 2 коровы, свиньи, птица. А сейчас решили остановиться на выращивании и откорме герифордов. Свою роль здесь сыграл зять. Вместе с ним в фермерском хозяйстве сейчас трудится сын Ивана Ивановича и брат Сергея. Получается семейный бизнес. Но Шедов-старший в эту компанию не входит. У него своих 4 бычка. Правда, без помощи зятя здесь не обошлось. В ноябре, наверное, буду сдавать. Но опять же зять, они сдают, и я с ними. Ну, если в ноябре, это сколько им будет? Еще 2 лет не будет им, да? Как раз 1.5 года, наверное. 1.5 года. Угу. Примерно каким будет они весом? Да я наугад не. Хотелось бы побольше.
за 250, наверное, по 300, 300, может быть. Ага. Хотелось бы 300. Ну, да, тогда живым весом, ой, мясом, да, а живы 600 где-то. Ну, это выгодно, 500, держать. А? Выгодно держать или нет? Вы подсчитывали, как у вас баланс сходится? Да. Наверное, выгодно. Не подсчитывали? Ну, ты ж потихоньку вкладываешь, вкладываешь, а потом... Да, кучу получше, вроде выгодно. Свои земельные паи Иван Иванович отдал зятю. Теперь с кормами у него проблем нет. Чтобы привесы были хорошими, нужно, чтобы быки всегда сытыми были. Зять уже землю отдал, это паи. Вот дивиденды. В прошлом году они первый раз, наверное, по-моему, сеяли, убирали. И зерно у них, и солом, и сено привезли в рулоны. Понятно. Летом триммером езжу, кашу. Он немного насушил. Потом уже травы не будет, так сухим буду косить. Вот сейчас дожди пошли, тоже сухим кормлю. Ну, сейчас подрастет после дождей отава. Ну, может быть. Ну. Значит, все лето вы заготавливаете корма? Да, ну как, сразу раскидаю, кормлю их, все посохнет, кучу. Да, накрою, чтобы не, если дождь не промочила. А какой у вас любимчик? А вот этот, наверное. И рога красивые, рога вот так. И самые справные, правда, пониже их. Да так и все одинаковые, любимчик. Узнают? Когда приходят? Когда с ведром иду, узнают сразу. Насыплю, они уже бегут сразу. Лена в мужнины дела с быками никогда не лезет. У нее свои заботы. Краснеют на огороде помидоры. Первые пока идут на салаты. А заготовки будет делать в сентябре. Помидоры выращивает трех сортов. От раннеспелых до поздних. Помогает Насте и сажать, и пропалывать, и урожай собирать. На две семьи два огорода под овощами. Да еще соток шесть под картошкой и свеклой. Нынче, правда, половину плантации не засевали, паруют. Пусть земля отдохнет, считая хозяйка. А следующей весной здесь опять будет свекла и, может быть, еще кабачки. Овощи тоже любят бычки и птицы. В этом году впервые завели мулардов. Ути, ути, мои ути. Ой, смотрите, чтобы не вышли. Утьки, утьки, утьки. Мне уже все. Что, пойдем кушать? Пойдем кушать. Пойдемте, мои хорошие. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Айдайте, ути, 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 ути. Айдайте, ути, 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 ути. Ути, 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 ути. Айдайте, айдайте, ути, 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 ути. Пускай покушают. Маленькими кормили чистым комбикормом. Сейчас кормим смесью зерноотходов и комбикорм. Они хитрые. Выберу сначала комбикорм, тот это самый, который гранулированный, специальный, а потом же доедают остатки. Так что их не обманешь. Птицу шедовую держат на подворье только для своей семьи, не на продажу. Ни сушек, бройлеров, пекинских удок. В этом году решили обойтись только мулардами. Я уже покупала подрошек недельных, 200 рублей один, одна штука. Корм, вот вместе с кормом получилось, что я заплатила 6 тысяч. Вот буквально недавно купили опять большой мешок комбикорма, 1400. В общем, в копеечку вылетает все это. Посчитали сколько? Да, а еще впереди затраты. Еще надо будет не один мешок покупать. Вы их сколько будете держать? Ну, где-то до ноября. Угу. Подрастут. А уже держали? Нет, я не таких, просто простых держала. И, ну, в основном бройлеры у меня были. А в этом году так вот получилось, что бройлеров я не взяла. Взяли просто. Я говорю, давай уж, потому что без птицы как-то не обойдешься. Каждый год мы с мамой садим вместе огород и вместе занимаемся прополкой, и поливаем вместе. И потом, ближе к осени, мы собираем вместе урожай. В этом году мы собрали много кабачков, баклажанов. Дозревают уже огурцы, скоро будут помидоры. И мы очень любим овощи, очень любим заготавливать различные соленья. И
особенно любим овощи, это баклажаны и кабачки. И муж мой тоже очень любит овощи. И мы грилим их, и жарим, и запекаем, и тушим, и так далее. И сегодня я хотела приготовить такое блюдо, которое мы тоже очень любим в семье. Это незамысловатое название у него, это просто овощи, различные овощи с фаршем, с мясом. И для этого блюда нам понадобится кабачок, баклажан, перец, помидор, шампиньоны, ну, этого будет много. Фарш. Я взяла свинина, говядина, зелень, лук репчатый, сыр, это уже в конце. Ну и приправы я беру хмели-сунели и базилик. Чтобы блюдо получилось сочным, это соус томатный с базиликом и сметана. Для начала нам нужно нарезать на кружочки, собственно, я уже нарезала кабачки, и посолить обязательно, чтобы вышла лишняя жидкость. Затем мы берем баклажан, режем небольшими кружочками, где-то 0,5 сантиметра. Обязательно нужно положить их в воду и посолить, чтобы вышла горечь оттуда. Теперь мы берем репчатый лук и нарезаем кубиками. Сейчас нам нужно обжарить фарш вместе с луком. Сначала ждем, пока попаривается жидкость. Обжариваем лук с фаршем, а затем обжариваем до золотистого цвета. Когда фарш будет уже полуготов, обязательно поперчим по вкусу. Добавим любимые специи. Я взяла вот хмели-сунели. И продолжаем обжаривать. Я пока нарежу остальные овощи. Это помидор. Режем небольшими кубиками. Теперь мы нарезаем также кубиками перец. Теперь мы берем шампиньоны, грибы. И режем их также кубиками. Фарш у нас наполовину готов. И теперь все овощи, которые мы нарезали, выгружаем массу в общую и продолжаем тушить еще минут 10. Если нужно, добавить еще масло подсолнечного. И мы начинаем раскладывать все наши ингредиенты. Сначала я смазываю соусом блюдо, которое мы будем запекать. Можно взять вот такой томатный соус с базиликом, можно томатную пасту, кетчуп, как бы по своему желанию. Теперь мы выкладываем нашу смесь. Далее баклажаны. Смазываем немного сметаны. Я взяла 20% жирности. Можно добавить сверху специи, зелень. Ну, я в конце уже зеленью сыплю. Это блюдо мы отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Вытаскиваем, затем натираем сыр на крупной терке. Посыпаем сверху сыром и отправляем, ну, буквально на 7-10 минут, для того, чтобы сыр расплавился. Вот такое блюдо у нас получилось. Всем советую приготовить. Очень вкусно, нежно и полезно. Приятного аппетита! Летом в фермерском хозяйстве Сергея всегда много дел. Строят загон, заготавливают корма. Время от времени переводят скот с одной площадки на другую. Огораживают место, где пасутся герифорды. Электропастух, говорит фермер, очень помогает. Перед тем, как открыть свое дело, побывал за границей, познакомился с западными фермерами. У них и перенял этот, в общем-то, дешевый способ пастьбы животных. По лугу не разбредутся, съедят траву на одном месте, на другом уже оттава подрастает. А поездка за границу пришлось пока забыть. Ну, благо, хоть коронавирус сейчас, особо-то и не съездишь за границу. Это, а так, да, предыдущие года каждый год катались. Как взял грант, все, не до этого. И заготовить корма, и по хозяйству, и в общем,
покой нам только снится. А Настя признается, что ей тогда снятся те места, где они побывали с мужем. Особенно после того, как насмотрятся фотографии из семейного альбома, где они вместе в свадебном путешествии. Свадьбы у нас не было так таковой. Мы расписались и просто провели вечер как бы с родными, с самыми близкими. Мы поехали в Германию к родственникам. Нам очень повезло, что в Германии живут родственники Сергея, а именно дядя родной и брат двоюродный. Вот. Мы поехали к ним в гости. Они живут на юге Германии и прямо на границе со Швейцарией. То есть мы пешком вообще ходили в Швейцарию. Переходишь мост, и все, ты уже в другой стране, так скажем. Мы много где побывали. Вместе также с родственниками мы съездили отдохнуть в этом же году в Испанию. Бен-Аль-Модена, да, нам очень понравилось. Вот мы 8 дней были только на море. Конечно, впечатления огромные. Как признается Настя, ее поразила архитектура Старого Света. Красивые особняки, соборы, парки. В одном из них увидела альпийскую буренку, которая известна нашим детям по рекламе шоколадок из Швейцарии. Буренка. Это мы вот были в парке, гуляли на водопадах. Ну вот не буду врать, не помню, какой этот город, ну, небольшой. И там стоит вот такая вот коровка. Ну как же я не сфотографируюсь-то с ней, если я сама-то родом с деревни. Тогда у нас еще не было нашей дочери, мы с ней вдвоем отправились, там у них это называется как поездка, то есть ты можешь забронировать тур, ну у нас вот, наверное, тур это называется, забронировать тур и посетить вот на автобусе, вот двухэтажный автобус, и посетить вот несколько стран. И вот мы как раз были 2 дня в этом туре, мы сначала съездили в Италию, в 3 города, тоже здесь есть это все, это Генуя, Сан-Ремо и Милан. Вот здесь даже есть фотография, вот у меня возле Миланского собора, очень красивый. Вот. И затем мы отправились, вот, кстати, эти фотографии в Монако. Мелькали странные города. Этот тур как галопом по Европе. Поэтому, когда родилась Варенька, уже с ней отправились в путешествие. Побывали в свое время и в Питере. Как признается Настя, они с мужем любят посещать другие города и страны. Сейчас, правда, не до путешествий. Нужно развивать фермерское хозяйство и поучаствовать еще в одном гранте – семейная ферма. Планы у Сергея большие, но он справится, считает супруга. Характер у него такой – целеустремленный и напористый. Если поставит цель, обязательно добьется. А поможет большая семья из села Таловская.